файл скачивать будешь? Тебя последний раз спрашиваю. No. Ну боже, такая пизданная. Боже, еще один бот за нас зашел. Выкини дробашили, ты только всю жизнь с ним умел играть. Он просто меня забанил, ну, а за что? Проверь его на читы в Дискорде и все. Меня абсолютно не волнует. А что ты такой жесткий? Почему ты его без проверки забанил вообще? Потому что видно, как он играет. О. Да боже, че, какой дробовик! Кондом с дробовиком! Здорово. Я был немножечко инактив, потому что сначала я заболел, потом началась вся вот эта ситуация, которая сейчас происходит. Но я решил немножечко прождать всю эту ситуацию. В общем, это новый ролик по пабликам. Если он тебе понравится, то ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй любой комментарий для продвижения этого канала, как всегда. Как вы заметили, все перегоняют трафик, потому что все очень непонятно с этими блокировками. Поэтому прошу вас подписаться на две соцсети, это Telegram и ВКонтакте. Ссылочки в описании. Ну, это, собственно, для тех, кто не хочет потерять мой канал и кому я интересен. Что ж, производим контрольную закупку дробовика. Блять, я альтабнулся. Что? Был запущен. Опять этот. Ну, боже, такая пизданная. Сгори в аду, блядь. А если ты не знал, здесь про мать говорить нельзя. Мне посрать, блядь. Ну ты же крип три раза от шотгана умер. Это что, Шугар Зе? Тут Шугар Зе на сервере. Понял он. Это ты настоящий? Ты что, сука, ебнутый вообще нахуй? Просто две фразы сказал, все, это Шугар Зе нахуй. Ну пизда, блядь. Спасибо тебе. Пацаны, а вас не смущает? Может быть, я дарил Шугар Зе? Так, мол, человек решил админки лишить. Боже, еще один бот за нас зашел. Это потому что я вот эту прелесть в руки взял. Блять, он мне говорит, что я бот. Ладно. Выкини дробашили, ты только всю жизнь с ним умел играть. Долбоёб. Засадил малому нахуй. Блять, что за хуйня? Нихуя себе. Мне солнце в глаза светит, я не могу нахуй. Пошел ты в нахуй. А, чёрт, звони, хоп. Как он знает, что я там, объясни, пожалуйста, всё, обрати. Иди нахуй, блядь, слава Украине, блядь, чудище, блядь. Слава России. Твой рот ебал Россия, блядь. Да ты шо, сказка просто. А ты шо? А ты шо? А, ну понятно. Чел, что? Чел, у тебя читы? Админа, можешь позвать там? А чё, зачем? Чел с читом гоняет. Я их КЗ Луганск пока что не вседел. Вот, видишь? Да я им ещё гагауз. Просто я нахуй не могу. У него, во-первых, банихоп, я нихуя не успеваю. А, бля, ну, возможно, у него вип-тест. У него вип-тест, а, и он с читами. А на паблике можно как-нибудь крутилку включить? Бля, в телефончике. А, окей. А, бля, группа нахуй заебали. А, чел, ну, бля, Карл. Скажи, я еще его прифом ебну. А, бля, чел. Не, это мне просто сейчас отойти нужно, это я специально сделал. А можно? Бля, пиздец. Бля, 30 на 4. Чел, грешничек. Пацаны, пока. Это что, блядь? А, пацаны, я упал вниз, и я... А какого хуя он не умер? Опять этот Степан ебучий прыгнул. Это богоюз, ты используешь богоюз, нельзя их использовать, тебя бань, забанят за это. Мы тебя баним. Хэдшот. Здравствуйте, я тебя сейчас унижу. Мне школьник говорит, что он меня сейчас унизит за то, что ему хэдшот с дробовика дал. Ты же раз дробовик возьмешь, я тебя унижу. Так, сейчас я тоже возьму дробовичок. Давай. На. Ну, господи, вы задрали с этими дробовиками, ходи. Ай, там двое. Не знаю. Я срать хочу. Да. Чел с читом. Мани хлоп, это такая крутая вещь, блядь. А почему у нас дрозд с читом играет? Сервер забанил навсегда по причине антиквара. Забанили нахуй.
Проверь позитивщика. А за что? Ну я так захотел. Мне без разницы, что ты хочешь. В смысле без разницы? Отказ от проверки это... Я не отказываю. Отказ от проверки это бан, я тебе сказал. Я не отказываюсь. Так ты отказываешься? Нет. Пошли на проверку позитивки, дай дискорд тебе раунда. Хорошо, солнышко. Похуй, прям сюда его добавлю, даже ник не меня вообще поебать. Я тебя добавил, принимаешь, это спамишь. Бля, админ вообще ебанат, он забыл, что у него бы не хоп в вип-тесте стоит или чем. Жалко-то у тебя то, что дискорд так официально выглядит твой. Алло. Чё, например, гуляешь конфуз с какими-то челами? Это мой партнер. Я тебя позвал на проверку, а не партнера и тебя. Он будет молчать, как рыба в воде. Кадры заходи. Так точно, товарищ генерал. Демку экрана включай. Заходи. Посылки. Я боюсь. Там нету ничего. Я не качаю вирусы. И вирусы, там нету вирусов. Ты хочешь мне свои дарк-кометы поставить? Сейчас при тебе могу туда зайти и скачать. Что у тебя за читы для CSGO? Где? Открой программу слева снизу. Да, да, эту. Че, файл? Или ты не хочешь проверяться? Я боюсь. То есть ты не хочешь проверяться? Хочу, но я файлы не качаю. Да лишь потом. В чем проблема? Там нету никаких вирусов. Там вирусы. Я уже сколько людей проверял, и у них нету ни одного вируса. Они дальше продолжают играть на сервере. А я президент Российской Федерации. Ты будешь скачивать файл? Ты будешь проверять? Я тебя проверяю. Файл скачивать будешь? Тебя последний раз прошу. No. Стой, 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 админ. Я тебя баню. Стой, а почему ты меня про бэхоп спросил, когда он тебя вип-тестит? Ты мне что только что сказал? Ты файл скачивать не хочешь? Не, я тебя последний раз спрашиваю, ты будешь проверяться? Я не буду, не качайте вирусы, он и эти винлокеры кидает, ребята. Мое максимальное звание, лишь бы его не слить. Чак Норрис не хочет звание сливать. Жаль, что он не знает, что такое дробовик. Первый. Да ты крыса. Пацаны, ну не сливайте мне звание, пожалуйста. Ой. Что мне дают? Да ты... Сори, блядь. Да перейди ты за меня, козли. Рыбка, перейди за тир, пожалуйста. Ну, рыбка, ну, пожалуйста. Пусть нахуй. Вам же начинет. Рыбка, это мой друг, я хочу с ним поиграть, размуть его. Шаг, пацаны, он за нас зайдет самый сильный урок. Тогда ладно. О, он говорит, нам всем пиздец. Иркут, что, работаем с бойкой? Да, хорошо, что я пережил. У него 10 тысяч часов. А у меня дробовик, блядь, в руках, нахуй. 10 тысяч часов у парня. Бойко, это типа админ местный какой-то или чё? Походу, местный авторитет. Ебать, нереально 10 тысяч часов, чел. Тихо. Меня забанили за волхак, что? Он просто меня забанил? А за что? Ты за что моего друга забанил? Алло, блядь, один... Ты тоже в бану летишь. Чего, блядь? Ты видишь, как вы играете, блядь? Вы играете, когда хотите, блядь, зато сыграете, как боже. У тебя 10 тысяч часов, ты не можешь понять, что мы нормальные игроки. Так потому что я вижу, что вы не нормальные игроки. Мы нормально играем. Хочешь, проверь, блядь? Проверь на читы. Алло, админ, разбани этого, позитивчик. Нет. Почему? Проверь его на читы в Дискорде и все. Меня абсолютно волнует. А что ты такой жесткий? Почему ты его без проверки забанил вообще? Потому что видно, как он играет. Так а что не так? Под коврами. Я в КА стоял. Потом я начал подходить питон, сразу на меня смотрит, блядь. Под коврами чел был, блядь. Он на него смотрит сквозь стенку, блядь. И начинает прыгать. Нахуя он это делает? У него инфы не было, нихуя. У него инфы не было, нихуя. Проверь на читы сначала, хули ты банишь человека, даже не проверив его. Не плачь, потому что это видно. Хуёвый ты админ, Бойко. Слышишь, Бойко, ты главный админ тут? Нет. Не? Ну ладно, тогда поиграй еще с админкой денька 2 и без админки останешься. Это 100%. Давай. Тейзеры запрещены. Такая голова огромная. Чел пишет, ну бля, у него им. Хорош, а проверь-ка ты, пожалуйста, этого молодого человека. Да не хочу я на проверку, бля. Саимом играть не умеет, мне пишет. Второе место, пойдем на проверку, у тебя два раунда скидывай. Просто как-то странно, за 200 часов у него мут уже сразу. Я так, КТшник на втором месте, и заходи наблюдать, я тебя добавил уже. Чё, включай там. Фиф. Показывай загрузки. А, стой, а чё это у тебя за херня снизу, на рабочем столе? Где? Слева, два файлика. Один архив, второй файлик. Чё это? Угу. Нормально. Чё, покажешь, как он работает? Вот так как-то. Угу. Архив, ну-ка, открой архив. Такая же херня, да? Yes, sir. Ну-ка, зайди-ка в загрузки, я это не успел глянуть. Корневую папку CS зайди. Куда-куда? Корневая папка игры. Ой, это как? То есть, открой папку игры самой. Ну а как это? В смысле, как это? Ты не знаешь? Нет. Короче, в Steam зайди, Steam. Папка CSGO открывай. В КФГ. Извините, пожалуйста. Полистай. Ты чего-то не листаешь? Браузер открой. Что? Браузер. Загрузки зайди. А, свободен. Блядь, охуевшая проверка, просто ёбнутая, ебанутая, ебейшая. Бля. Шо, я нормально рыгал?
Блин, ещё этот чел просто будет всегда с дробовиком играть, забейте, он настолько бесит. Сейчас посмотрим, сможем его довести прям до конца, нахуй. Кто у нас цель? Брохен, он умер. О. Да боже, чел, какой дробовик! Бля, если этого Брохена на Зевс посадить, это же вообще ужас будет, да? Ловр! Сука, два шорт с дробовиками! Они ебаные. А я три. Бля, не Брохен, пиздец, что-то попа горит, бля. Как думаешь, сколько раундов он еще продержится, а потом выйдет? Не знаю, раунда 2-3 точно еще. Блядь! Еще, боже, еще и негев. Мужики собрались. Чего заебись, 3-5, да, охуеть. Вот они, после пива и на паблик. Говорю, блядь, они с дробовиками меня подзаебали немного, ребят. Еще. А может один к нам, а то я не хочу, блядь, с ними играть, они ебланы. Почему дробовики? Они ебланы, ребят, не обещаю. Кто с негевом? Ебать. Бля. Хорош, бля. Ты пиздец. Теперь это пидорас за КТ, я там его ебал. А в дыму этот пидорас дробовиком, ребят. Я тут дыму, бля. Нихуя, он испарился, бля. Пиздец. Зачем на пабликах неги брать? Такая же хуйня, долбоёб. Вообще, бля, долбоёб ебаный. Канарейка, бля. Кондом с дробовиком, бля. Они уже на респе сидят, понимаешь, они боятся меня, бля. Я так понял, ты их один там выносишь, бля. На бэй вашем, да? Мы без бэя. Ты без мамы, бля, а мы нахуй пошел, блядь, пизду маму, поняли меня, блядь, шел, ебаный. Малолетка ебаная. Нахуй пошел, рот свой, закрыл. Пизду потрахай, заебал. Свою маму потрахай. Стрелку мерца за стол слитый пот, блядь. А, хоть, я в отличие от тебя про маму нихуя не говорю. Ты просто уебок ебаный, у которого у него мамы нету, блядь. Я не могу так играть, блядь. Паблики — это лучшее, что есть в мире, блядь. Чё, ебанус кукурузил, сказать нечего, да, блядь? Есть чего, блядь, сказать мне. Ты просто безмамная шлава, которая завидует то, что у меня есть мама. Ты хули до меня доебался, ебан. Да по приколу, бля, по кайфу мне так, блядь. Кайфу, блядь, кайфу. Будешь кайфовать, когда будешь свою маму ебать. Я кайфану, когда твою выебал, мне хватило, спасибо. Блядь, неги в бокс. Ну зачем на пабликах дробовики? Чё ты, парчок, лошара? Пошёл нахуй, сам лошара, с негером ебать. Я тебя застрелил, ебать. Блять, да ты заебал! Пошли, Бэй, на ножах сыграем, слышь, парчок? Пойдем, пойдем, один на один. Ты заебашь его просто с негером. Давай нахуй, это ты, да? Чё? Ах ты, пидорас, ебаный. Блять, пабликмен, если ты взял негер, ты пидорас, просто кончили, блять. Парчок, бля, извини, я забыл, давай еще раз. Нахуй пошел. Ну, пожалуйста. Нахуй пошел. Парчок, ты долбоёб? Да. А что вам негев-то не нравится? Негев и дробовик. Ты заебался с твоим негевом, блядь. Возьми нахуй калаш и не еби мозги, блядь. Так тогда у тебя вообще шансов не будет. Что ты говоришь, блядь? Возможно, возможно, не спорю, блядь. Ну ебать, ты заебал в натуре, пиздец. Блять, пабликмен, ты заебал, сука, стоял, никого не трогал, блять.